И к новостям спорта. Два дня осталось до боя Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэджи. Пройдет он 24 октября на бойцовском острове в Абу-Даби. Накануне спортсмены устроили дуэль взглядов после пресс-конференции в преддверии турнира UFC 254. Затем они обменялись рукопожатием. Напомню, наш боец имеет на счету 28 побед без единого поражения. У Гэджи 22 победы и 2 поражения в ММА.